С аккордами колоколов, вечно чтущих обычай церквей, просыпаешься ты, Могилев, ускользнув из объятий ночей. С наслаждением вдыхают мосты ароматный и ласковый свет. У дорог что-то шепчут цветы. Город мой, есть что вспомнить тебе. В 2022 году городу Могилеву исполнилось 755 лет. Это город с богатой и многовековой историей. Площадь Славы – одна из главных площадей нашего города, его сердце. Она хранит в себе память многих столетий. История площади связана с именами царствующих особ. Могилев был избран местом судьбоносной встречи российской императрицы Екатерины II с австрийской императрицей. В зданиях, расположенных на площади, разместилась ставка верховного главнокомандующего российской армии во главе с императором. Современный облик площади сложился в 1982 году, когда на ней разместился мемориальный комплекс борцам за советскую власть. Смирно! Равнение на государственный флаг Республики Беларусь! Торжественный митинг, посвященный открытию городской вахты памяти, объявляется открытым! Государственному учреждению образования средняя школа номер 12 города Могилева. Директор Назарук Анна Александровна. Владимиру Константиновичу, ветерану вооруженных сил, члену Совета Октябрьской города Могилева районной организации ветеранов. Никулиной Тамаре Петровне, ветерану труда, члену Совета Октябрьской города Могилева районной организации ветеранов.